С этого понедельника по всей территории округа стартовала масштабная акция, приуроченная к Международному дню борьбы против наркотиков. В течение недели во всех медучреждениях Ямала проводится различная профилактическая работа. Прежде всего, она направлена на разъяснение того, какой вред наносят наркотические вещества и как от них уберечься. Специальные брошюры сейчас раздаются как в регистратуре Ерсалинской ЦРБ, так и на приемах у врачей и фельдшера-нарколога. В 2016 году на учете по наркозависимости в Ямальском районе состояло 2 человека. За первое полугодие 2017-го диагноз наркозависимость поставлен уже 3 ямальцам. Я думаю, что люди употребляют алкоголь или наркотики в свете своей незанятости, когда у людей достаточно много свободного времени, активный образ жизни, участвовать в общественной жизни поселка, школы, каких-то других молодежных движений. Если же люди не принимают в этом участие, конечно, они находят выплеск эмоций в чем-то другом.